Итоги работы за год и планы на предстоящий период. Члены Общественной палаты городского округа Люберцы провели пленарное заседание. На заключительном в этом году собрании отметили самых активных представителей общественного движения. Подробности в сюжете моих коллег. Итоговое заседание началось со слов благодарности в адрес общественников за важную миссию, которую они взяли на свои плечи. Активную слаженную работу общественной палаты отметил глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий. Я даю себе отчет, что у нас территория непростая. Мы все-таки столичный регион, и есть разные толкования одного и того же, и мы порой обречены решать вопросы и конфликтные, или спорные, и мы в этих вопросах прибегаем к общественной палате. В общественной палате округа 45 человек. В эту структуру входит 15 комиссий, которые курируют самые разные темы. От ЖКХ, благоустройства и экологии до миграционной политики, экономического развития и противодействия коррупции. Председатели каждой из них отчитались в проделанной за год работе. Флешмоб с участием членов армянской общины и учеников армянской школы в День народного единства. Тематические классные часы и мероприятия, посвященные принятию членами ЮНЕСКО декларации принципов терпимости, тоже в гимназии 16. Участие с научными докладами во всероссийских научных конференциях с международным участием в трех университетах МГУ, ГУ и Российский государственный университет имени Косыгина. На встрече обсудили ряд организационных вопросов. В частности, внесли изменения в название комиссии по открытости власти и противодействию коррупции. Также в этот день два члена общественной палаты и три консультанта-эксперта получили удостоверение. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.